Азербайджан как государство достаточно укрепился за эти 20 лет. У нас были трудные времена. Но я думаю, что, возможно, на Южном Кавказе, как в качестве государства, которое, скажем, в той или иной степени, может, как даже будучи не очень большим государством, претендовать на то, что он может выступать партнером в международных отношениях, как достаточно, самостоятельная фигура. Не очень большая, но самостоятельная. В всяком случае, Азербайджан, в отличие от Армении, которая, однозначно как-то определила свой вектор геополитической ориентации, хотя они тоже говорят о комплементарной политике, но, тем не менее, этот вектор полностью задан. То же самое можно сказать, наверное, и в отношении Грузии. Азербайджан действительно проводит многовекторную политику, и я бы хотел сказать, что эта политика, конечно, огромная роль в ней, в том, что она формировалась, принадлежала и Гейдар Алиеву, покойному президенту Азербайджана, но она предопределяется вообще-то географией. Есть такое выражение, что внешняя политика государства не должна вступать в противоречие или сталкиваться с географией. Когда это происходит, то это обычно плохо кончается для внешней политики, для государства, которое не совсем правильно эту внешнюю политику артикулирует. Поэтому азербайджанская политика, она многовекторная, но я думаю, что из, полюсов притяжения, где вот надо было найти правильный баланс, для нашего государства, безусловно, эту самые сильные полюса – это Россия и Турция. Понятно, что очень сильный вектор притяжения европейский, но я думаю, что этот вектор, он сильный в том числе и для России, и для Турции. Это как бы большой магнит внешний. Но если брать как, региональный аспект, безусловно, Турция и Россия. И здесь тоже не все благополучно было. Но если вспомним советское время, да и во времена, Российской империи, Турция это была некое табу. То есть Турция сознательно отсекалась от взаимодействия с Азербайджаном. И в дальнейшем, например, в Азербайджане было консульство иракское и иранское, а турецкое консульство в Азербайджан не допускалось. Точно так же можно было куда-то ездить, но поездка, например, в Турцию, особенно для деятелей искусства, это всегда через какое-то очень большое сито проходило. В всяком случае, барьеры для того, чтобы, препятствовать развитию этих отношений, существовали очень сильные. Ну и неудивительно, что когда пошел независимость, первый признал независимость Азербайджана, естественно, Турция, появилось посольство, и, в общем, в отношениях с Турцией стал наблюдаться компенсация того, что не додано было в этих отношениях на протяжении предыдущих 200 лет, да, бурное развитие отношений. Более того, во времена Народного фронта определенный даже перекос в этих отношениях стал наблюдаться. Ну, во всяком случае, тогда президент Абюльфазель Чебей объявлял себя солдатом Ататюрка, говорил о том, что кроме турка, у турка друзей нет, это, в общем, объявленная политика была. Он, то, что у нас появились советники во всех министерствах из Турции, что в это же самое время Турция была принята как эталон, которому надо подражать в государственном развитии Азербайджана. Ну и обратный процесс шел, из Азербайджана первым из всех советских республик были выведены российские войска, до минимума практически были снижены отношения и экономические, да и гуманитарные отношения тоже. Это был безусловный перекос. Более того, не было ратифицировано в парламенте соглашение и устав СНГ, правда, это Украина тоже не ратифицировала, и это не мешало ей оставаться в СНГ, но Азербайджан вышел тогда из СНГ. Когда пришел к власти Гейдар Алиев, этот баланс был откорректирован в значительной степени. Азербайджан вернулся в СНГ, даже на определенное время вступил в договор о коллективной безопасности до 1999 года, потом не было пролонгировано азербайджанское участие в этом договоре. Смысла не было, потому что агрессор Армении находиться с ней в составе одного оборонительного договора было нонсенсом. Так что баланс этот был в значительной степени откорректирован. Но, тем не менее, я думаю, что всем были известны достаточно натянутые отношения Бориса Ельцина и
Гейдар Алиеву, и доверительный характер, то есть между государственными отношения были лучше все же, но доверительность нужная, которая должна быть между лидерами государств, ее не было. И напротив, такая доверительность была в достаточно высокой степени между покойным президентом Гейдар Алиевым и президентом тогда Турции Сулейманом Демирелем. И поэтому Азербайджан, я еще раз повторю, определенный перекос, который существовал в отношении, появился, вернее, в результате политики Народного фронта, он был скорректирован, да, по Габеля было продлено, значит, те проблемы, которые были, экономические отношения стали развиваться, договор был подписан между Азербайджаном и Россией, но тем не менее политика была сбалансированная. Из Азербайджана большинство, скажем так, советников, которые присутствовали турецких, даже из армии, необходимость в них отпала. Азербайджан достаточно, скажем, стал формировать свою государственную политику самостоятельно. Необходимости особой в советах постоянных тоже отпало. Азербайджан достаточно самостоятельно стал определять свою политику. Но, тем не менее, отношения партнер достаточно тесные с Турцией, они поддерживались и на достаточно высоком уровне и с Россией. Более того, после того, как с президентом России стал Владимир Владимирович Путин, с учетом того, что он тоже, скажем так, питомец тех же самых спецслужб, которым генералом был Гейдар Алиев, у него особо уважительное отношение с азербайджанским лидером, и это, на мой взгляд, тоже благополучно, благожелательно отразилось на межгосударственных отношениях. Насколько я могу судить, такой же очень высокий уровень доверительности присутствует межгосударственно на уровне глав государств нынешней России и Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем и господином Медведевым. И я полагаю, что есть еще один очень важный фактор, который заключается в том, что Азербайджан выстраивает отношения с Турцией. Хотя формула ее была даже оглашена Гейдаром Алиевым как «одна нация, два государства», тем не менее, это не были отношения, в котором появился старший брат или младший брат. То есть это отношения партнерские, равноправные. И я не могу сказать, что да, Турция и Россия, если взять не нефтяной сектор, являются первыми партнерами Азербайджана. Да? Первый в импорте Азербайджана идет Россия, второй Турция идет. Если взять по инвестициям не нефтяной сектор, Турция здесь на первом месте. Азербайджанские инвестиции достаточно крупные. И частные, и Сокар, это государственная компания в Турции, тоже заметные. Очень тесные взаимоотношения в культуре, в образовании. Большое количество азербайджанцев учится и в России, где-то 6 тысяч человек, насколько мне известно, учится, и в Турции, причем как по государственной программе, так и самостоятельно. В Азербайджане развивается активно сеть учебных заведений турецких, лицеи. Очень хороший они университет создали, Кавказ. Вплоть до детских садов. Наверное, самые тесные взаимодействия вообще-то в части, скажем так, тюркской солидарности проявляет Азербайджан и Турция. Парламентская ассамблея турецких, тюркских государств находится на территории Азербайджана. Тюрксой очень длительное время возглавлял уважаемый Палат Бибиоглы. Так что я хочу сказать, в этом смысле интенсивность азербайджано-турецкого диалога очень высокая. Ну и, наконец, Азербайджан заключил с Турцией договор о стратегическом партнерстве, в котором есть вплоть и статьи, носящие военно-политический характер, где в случае нападения на одно государство, второе должно прийти ему на помощь всеми своими возможностями. Ну, это не тот все же уровень, скажем, гарантий, которые есть, допустим, между Арменией и Россией, но тоже достаточно высокий. В том числе и статьи, которые касаются развития военно-промышленного комплекса и взаимной кооперации в этой области. Но, тем не менее, я повторю, очень высокий эти уровень отношений вовсе не сводят Азербайджан до положения младшего партнера. Есть разногласия конкретные. Несмотря на то, что турки очень хотели превратиться, скажем так, эксклюзивного продавца азербайджанского газа на западный рынок. Нет. Транзит, а свой газ мы продавать вполне в состоянии самостоятельно. Да, претензии были, но Турция получила такую же долю в наших нефтяных проектах, как и Россия, а главным, скажем, оператором стал именно BP, который всеми этим вопросом занимается. У них есть опыт, есть технологии, а Турция в данном случае получала просто долю в этом проекте.
Есть и международные вопросы, в которых остаются разногласия. По Косово. Турция признала сразу независимость Косово. Азербайджан нет, и более того, контингент свой, который там был, отозвал обратно. И, в общем, открыто солидаризируется в этом вопросе с Сербией. При всех желаниях Турции, чтобы мы признали или установили какой-то уровень отношений с Северным Кипром, понимание того, что у нас есть свои проблемы, и это может очень сильно испортить отношения Азербайджана с Евросоюзом, мы не пошли на это. И я могу продолжить. В Ирак Турция не пошла и, более того, отказалась пропускать американские войска в свою территорию. Азербайджан поддержал Соединенные Штаты Америки и послал туда, да, и транзит. То есть я хочу сказать, что в этом смысле Азербайджан достаточно самостоятельную свою политику проводит и какого-то такого младшего партнерства нет. Я думаю, что если рассматривать, ну, самая главная болевая наша точка – это Карабах. Здесь есть определенный, на мой взгляд, ну, скажем так, симптомы того, что в России и в российском руководстве есть понимание, что статус-кво, в каком виде он сейчас есть, он грозит серьезными неприятностями. Его сохранять сколь угодно долго будет невозможно. И если ситуация когда-нибудь сорвется с тормозов, а принимая сегодня то, что и в Армении, и в Азербайджане, это, в общем, не 90-е годы. Здесь уже армии, здесь смертоносное оружие, это очень разрушительная, может быть, война. И есть риски, что в нее могут вовлечены быть Россия, как союзник Армении, Турция, как союзник Азербайджана. И это может очень серьезно отяготить и турецко-российские отношения. И вот я завершаю, перехожу на этот компонент. Очень важный момент, конечно, это вот как бы замыкается Азербайджана-российские отношения, Азербайджана-турецкие отношения и турецко-российские отношения. В них, после того, как блоки прекратили существовать, Турция перестала быть прифронтовым государством, мы с вами наблюдаем, как бурно развиваются турецко-российские отношения. Причем не только экономические, но и очень тесный политический диалог. Мы наблюдаем, как по очень многим позициям Турция и Россия как бы выступают с очень близких позиций. Ну, в общем, и турецкие лидеры, и российские лидеры заявляют о турецко-российском стратегическом партнерстве. Для Азербайджана это очень важно. Это важно, понятно, для России, для Турции, для нас очень важно. И если это растущее сближение Турции и России, скажем так, в Армении откровенно с неприязнью наблюдают, в Грузии с большой опаской наблюдают, в Азербайджане наблюдают его с большим удовлетворением. Это избавляет нас от тяжелой необходимости выбирать, быть с кем. Нам важно, наоборот, мы можем быть в некотором смысле, ну, не хочу говорить лоцманами, турки очень хорошо ориентируются в России, а русские хорошо ориентируются в Турции, но партнерами быть и той, и другой стороне на любой площадке – мы в состоянии, мы от этого партнерства только выигрываем. И сами выигрываем, и выигрывает и Россия, и Турция.